Всем доброе-предоброе утро. Смотрите, какой видок. Шикарный. Шикарный. Что еще могу сказать? Это как его Инжир. Наш замок. Уже люди ходят. И мы идем на работу. Все как обычно. Дежавю. Мочало. Начнем все сначала. Видите, у нас улицы украсили. Такими вот ночью они горят. Потому что у нас на этой неделе праздник начинается. Будет праздник. В воскресенье будем на праздник. Так что... подписывайтесь, чтобы быть в курсе внимания этого. Красивый. Блин, черный. И в понедельник здесь праздник. То есть никто не работает. Но у меня выходной, поэтому мне по барабану. Смотрите, мне клиентка принесла, чтобы я ей мыла голову, но она ко мне голову только у меня моет, поэтому раз в неделю приходит, и вот шампунь не оставила. Это шампунь с луком, представляете? Для выпадения, чтобы волос не выпадал. И написано прям без запаха лука. Вот, синолора сивоя. Так смешно. И правда, вы знаете, у меня волос такой после этого шампуня. Не пахнет вообще. Пахнет, знаете, как микстура такая от кашля. Есть вот что-то в детстве такое. Вот. И правда, у нее волос прям такой. Во-первых, шелковистый, что ничего не нужно. Больше там ни какие-то маски делать, ничего. И прям хороший волос у нее становится. Сейчас как раз наступает такое время, что выпадает волос. Я смеюсь, говорю, как собаки, линька у нас. И вот все жалуются. И вот она мне, она принесла, говорит, вот я купила шампунь. Кстати, цена его не такая уж и маленькая, знаете. Вот. Стоила она 16,90. Написано, типа, в других магазинах 19,90, 20 евро. А в Primor 16,90. И здесь не так много. Так, а сколько здесь у нас? 250 миллилитров. То есть не совсем оно и дешевое. Так, бабушки себя балуют. Но я ей всегда еще делаю, втираю в голову всякие витаминчики. В общем, они себя ухаживают за своим волосом. Варю там себе гречку. Так, на плите я сегодня ничего не буду готовить. Поэтому ее закрываем. Вчера компот варила, обалденный. В Инстаграме показывала. На ночь глядя компотик сварила. Сейчас заехала в Лидл. Кое-что купила. Мне нужно было только картошку и порошок. Ну, естественно, что-нибудь прихвачу еще, кроме этого. В общем, порошок вот этот. В туалет. Я люблю с хлоркой, чтобы был туалет отмывался. Так что я по старинке. Груши вот такие они по предложению были. Евро килограмм. А, да, евро килограмм. Это Чучи Чарли. Хамон вот в такой, уже нарезанный. Потому что завтра буду делать на завтра, во-первых, крылышки в духовке. Во-вторых, стручковый фасоль. Зараза. Моль вот эта вот летает, которая жрет у меня всю крупу. Моль да комары. Вот так целый день и боремся с живностью. Вот. И вот для этих, для стручковой фасоли купила вот эти вот масло. Думала, оно тоже там купон был. Оказывается, другое масло, какой-то купон. В общем, без купона. 2,69 стоило. И вот такие печеньки, они без сахара. В общем, состав неплохой, я почитала. Фибры тут дофига. В общем, типа овсяного, наверное. И не супер калорийный. Иногда очень хочется, точнее всегда хочется что-нибудь такого. Я вообще, знаете, на булку смотрела с повидлом, блин, как бурят. Он как булочка вот с повидлом у нас в России. Но я
выдержала, сдержалась, как говорится, и не купила никакую булку. Так что я молодец. Блин, все сумки сюда собирала. А еще у меня там мусорки, смотрите, сколько стоит. Сверху пакет с пластиком стоит, а внизу коробки бумага. Надо вот заехать. Да что ты не вешаешься-то, а? Вешайся. Спадает и спадает. Конечно, тут их, смотрите, одна, вторая и вот это еще маленькая, третья. Куда уж там вешаться-то, некуда. Ой, так гречка вкусно запахла. Я в роботе варю. Робот, робот, робот. Хорошо там варится. И быстро мешать не надо. Замечательно. В общем, такие планы. Будем пробовать, что для печенья такое. Может быть, фигня какая-нибудь. Я однажды купила. Такая кака была. И выбросила. Но если я ее не ем, зачем ее хранить, правильно? Пришлось выбросить. Такие вкусные печеньки. На юбилейные похожи. Прям в один в один. Как будто не с маслом подсолнечным. Ой, сливочным. Но там нет сливочного масла. Там. Это подсолнечное масло. И все. Не, ну там, конечно, есть обезжиренное молоко, сухое. Но сливочного нету. Очень вкусное. Чаем вот так иногда. Конечно, зараза, калорийный тоже. Но, блин, когда хочется, я же не целую пачку сожру, а 2-3 можно. Видите, как классно за 20 минут сварилась гречка. Достаешь и все. И просто уже кушаешь. Здесь у меня овощи готовые уже. Сейчас все это смешаю. И вперед. Хожу уже сумку собираю. Потом же все равно что-нибудь забуду. Еще готовлю бумаги. Потому что после спорта мне нужно бегом бежать и отдать бумаги. Вот. А их надо распечатать, потому что же он мне прислал по имейлу. Распечатала все. Только там подписи нету. Годится, не годится, не знаю. Но если не годится, скажу, потом с подписью принесу. Что делать? Здесь уже у меня приготовлена моя одежда. Беру вот такое полотенце длинное. На это станок не беру. Станок это просто там оказался. Я стригла девочку и ей подбривала вот эти части. Вот эти. Вот, потому что мы занимаемся на такой фигне. Кстати, о, сейчас я вам покажу. Я фотку свою увидела. Фейсбук, значит. У меня есть Фейсбук. Вот, ну, у кого его нету, правильно? И нас пару раз фотографировали на той неделе. И я сегодня обнаружила свою фоточку. Так, где она у нас есть? Сейчас бы найти еще. Так. Так, 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 так. А, это видео одно. Вот это тоже мы на занятии. Я там есть, кстати. Но меня хрен увидит, потому что я в конце. Вот так мы танцуем, видите? Вот, наяриваем. Я вот тут где-то стояла. Поэтому меня не видно. А еще мы делаем... Вот это тоже. На это занятие хожу. Это тоже я там есть на этом занятии. Но меня, естественно, не видно, потому... Вот, вот я в розовом. Вон там, там, там. Вот сейчас, сегодня я на это занятие пойду. Видите? Штанги качать. Прикольно. Мне нравится. Видите, как здорово. Вот день сумма у меня, день вот этого занятия. Так, а где фоточка? А, мы можем найти по-другому. А это вот для детишек тоже там есть. Такие всякие занятия. Ой, сейчас найду.
Вот она я в розовом. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она я. Видите, насколько? Так, а здесь? Здесь нету. Так, и еще на одной есть я. Сейчас попробую найти. Занятий много, поэтому там... Ну, где же ты? А вот, вот она я. Вот видите, с повязочкой. Это тоже зумба, что ли, да? Вот насколько много. Представляете, все вот эти люди в зале бегают, прыгают и танцуют. Шикардос. Но вчера было еще лучше, потому что было человек 20. Машинку поставила стирать. В общем, такие вот дела у меня. Все приготовила. Так что мне сегодня в бассейн не получится пойти по времени. Иначе я никуда нифига не успею. Пойду себе чай забацаю. Зеленый. У нас ветер поднялся. Ну, такая духотища. Прям такой летний ветер. Такой жаркий какой-то. Знаете, несмотря на то, что 6 час, ну, прям так жарко. О, вы видите, что творится вон там? Пылище какая. Поднимает ветер. О, ужас какой. Там маленькая собачка такая есть. Чарли вот с ней пытается играть. Маленькая, с ладошку с мою, наверное. Вот этот чихуахуа. Чарли пытается с ней, наверное, играть. В общем, мы в парке. Чарли, бен аки, бен. Бен, мира. Мира палома. Мира палома. Аки, аки, мира аки. Бен, аки. Корре, бен. Мира палома, бен. No, aquí. Charlie. Ahí, ahí, ahí. Ветер. Перемен. Лошадки ходят по городу. Ну а что? Нормально. Это цыганский район. Тут и на лошадках ездят. Посередине города нормально так. Ну, я понимаю, когда праздник какой-нибудь, а так просто. Ну, почему бы и нет. Испанские посиделки. Так вот они сидят. Сегодня жарко очень на улице. Прям душно, невыносимо. Все на улицу вышли. Там вот дедулька тоже сидит. Типа в прохладе. Ой, а у нас сегодня кондёр еще сломался в этом. На фитнесе пипец. Мы там чуть не умерли от жары. Это было что-то. Вообще, мы там, я не знаю, килограмм. Ой, килограмм. Литров 5, наверное, воды с меня вытекло. Ужас. Ой, они там бегают. Говорят, завтра точно все отремонтируют. Но сегодня это был трэш вообще. Я как бы на этих занятиях не особо потею. Ну там как бы не бегаешь, не прыгаешь. А сейчас просто вся потом исходила. Видите, как он сидит. Сейчас бегу. Я бы в бассейн не поплавала, конечно. Но я позвонила уже бухгалтеру.
Он меня ждет. Ну, не меня ждет, естественно. Он просто работает вечерами. Бухгалтер. Милый-милый мой бухгалтер. Вот он какой. Второй день делаю водичку с лимоном. Здесь литр где-то на целый лимон. Ой, на целый. Вот, на литр. Выжимаю целый лимон. Видите, какая я. Хоть душ и приняла, но глаза не вымыла. Ну, я вообще себя уже потная, поэтому домой приду, сейчас еще кто-то полезу. Я все-таки не остыла после занятий, поэтому иду все дальше потею. Пришел и опять за игрушку, что ли? Не наигрался? Только зашли в дом, уже видите, как у нас светло, темно. Хочу вам рассказать, как мне сегодня ребенок тапком в лоб запиндюрил. Потом спрашивают. Я вообще не понимаю вопроса. Любите ли вы детей? Я этого вопроса, если честно, не понимаю. Почему? Потому что, в смысле, люблю я детей. Я люблю детей, своих племянников очень люблю. А чужих детей за что я должна любить? Почему я их должна любить, чужих детей? Даже более того, чужих детей я не то что побаиваюсь, а некоторых я вообще даже ненавидеть начинаю. Вот потому что они какие-то бегают, прыгают, еще родители безответственные какие-то. И вообще, поэтому вопрос, любишь ли ты детей? Я люблю пожрать, я люблю тортики. А детей, это все равно, что люблю ли я людей, вот чужих, да? Ну, как-то они есть и есть. А любить я их, мне кажется, вообще не должна. За что их любить-то? Маленьких своих племянников люблю, и больших тоже. И все, на этом остановимся. Вот, и пришла я в раздевалку, я вам уже говорила, что есть у нас три раздевалки. Мужская, женская и детская. Где мамы раздевают, переодевают своих детей. Но почему-то мамы все время прутся в женскую переодевалку, раздевалку. И там они, или не говорила, и там они переодевают своих детей. Причем, знаете, мальчики бегают, 7-летние, 8-летние. Как бы мне перед ними своей красавицы не хочется сверкать. А мамам, видимо, по барабану. Зато потом они протестуют, что... Женщины с титьками голыми лежат на пляже. А что вы в женскую раздевалку приводите? Уже как бы 8-летние дети, это уже взрослый подросток, мне кажется. Они уже в 10 уже
о чем-то другом думают. Так вот, это значит по барабану. Там не только сиськами, там и письками сверкают, если что. Ну, в общем, им по барабану. Значит, женщина, блин, мне напротив, моя ячейка и их напротив. Двое детей у нее, но небольшие, годика 4, наверное, и 5, вот такие погодки. Значит, из бассейна они вышли, она, значит, пока вытирается, пока там шапочку снимает, они вот так вот бегают между всеми людьми, спотыкаются, всех трогают, хватают, а она им... Садитесь, 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 сядьте сюда. Тем не менее, сама даже на них не смотрит. Где они бегают, что они бегают, ей по барабану. Ну, в общем, когда она вытерлась, она их, значит, усадила. Прям напротив меня этот ребенок сидел и в шлепках вот из бассейна, значит, ногами мотал. Я нагнулась, чтобы завязать шнурок. И, значит, он этим шлепком мне залепил в лоб. И давай смеяться. Мама, конечно... Сделал вид, что даже ничего такого, чуть ли сама не посмеялась. Я на них такой взгляд сделала. Она, ой, проси прощения. И он, знаете, с таким... Он даже вообще... Он, я не знаю, как в таких ситуациях, но мне кажется, что нужно как-то ребенка поругать, объяснить, что так делать нельзя, и нужно себя как-то вести поаккуратнее. Но, ну, ведь, может быть, всегда есть отговорка, это же ребенок. И что, им все можно? Это же ребенок, и теперь на голову садись, и давай я тебя повезу. Причем на мою голову. Так это же не мой ребенок, это твой ребенок. Почему мне твой ребенок должен влепить в лоб вашим тапкам? Пускай он лепит своей маме. Я тут при чем? Я этого ребенка не делала, я его не хотела, и следить я за ним, и получать тапком в лоб тоже не должна. Так это или не так? Ну, в общем, значит, зарядила мне тапком. Она, ой, проси прощения. Он, ага, проси, типа, пердон. И дальше смеяться. А он такой, второй брат, что ты ему сделал? А что ты сделала? Он такой, ага, я тапком ей в лоб залепил. А, такой радостный, такой счастливый. Мама все дальше, там, не знаю, что она делала. Вот как в таких ситуациях поступать? У меня потом такое желание было... Мамаша, если с двумя не справляешься, то нахрен ходишь ты в бассейн. Сиди дома со своими невоспитанными детьми и воспитывай их. Пускай они там у тебя на голове лазят и делают, что хотят. Ну, блин, вообще, как-то так. Вот после таких случаев не то, что любить. Их не любить начинаешь. Вот, я вам рассказала вот такую историю. Как мне тапком в лоб залепили. Ты что, устал, что ли? Своей игрушкой села там на папино место и сидит. Деловой? В общем, я пойду переодеваться и варить цветную фасоль и мариновать крылышки. Кстати, хорошо, что тапок был пластиковый какой-то такой, резиновый, а не какой-нибудь там 41 размера. Вообще, я в шоке. Вот такое вот замариновала. Здесь у меня два йогурта греческих по 125 грамм. Соль, разные специи, пол лимона. Вот, все это будет мариноваться до завтра. Завтра отправлю в духовку минут на 30, чтобы они зазеленели. Ой, зазеленели, я совсем уже куку поехала. Это, наверное, тапок виноват. А здесь у меня варится фасоль. На завтра целая кастрюля. Пипец, я ее буду есть дня 3, наверное. Но мне фасоль нравится, поэтому я не переживаю по этому случаю. А здесь уже приготовила себе ужин. Две сливы и яблоко. Так вот. И буду с вами прощаться до завтра. Вот так вот. Вот так вот. Слово паразит у меня, что ли, сегодня? Вот так вот. В общем, буду прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Встретимся завтра. Конечно же, встретимся. Куда мы денемся? С подводной лодки. И всем пока-пока! Ooh.